Цветная капуста, запеченная сыром, вошла в мой рацион. Пока я жила целый месяц в Европе, я просто поражалась, как много овощей едят европейцы. Делюсь интересным рецептом, пользующимся у них спросом. Цветная капуста, запеченная сыром, прекрасный гарнир или самостоятельное вегетарианское блюдо. Цветную капусту и брокколи можно брать замороженными и запекать прямо без разморозки. Цветная капуста, запеченная сыром, очень вкусное и полезное блюдо, особенно для тех, кто хочет уменьшить количество жира и калорий в своем питании. Цветную капусту, запеченную сыром, можно подавать и в холодном виде. Это прекрасное овощное блюдо. Успехов и приятного аппетита! Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Смешать сметану, кетчуп с раздавленным чесноком и 2 столовые воды. В форму для запекания вяложить подготовленную капусту и брокколи. Посолить, поперчить, залить соусом и посыпать тертым сыром. Запекать при 180 градусах 40 минут. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вкусняшки, подписавшимся. Теперь о составе нашего блюда. Цветная капуста, 500 грамм. Брокколи, 500 грамм. Сыр, 70 грамм. Сметана, 5 столовые ложек. Чеснок, 2 зубчика. Кетчуп, 1 столовая ложка. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Я рада гостям.